you are not complex. I'm sorry, I am not impressed. Back on my bullshit again. I'm having way too much fun. I'm in a section with 7K monsters around me. I swear I can't only touch one. Всем привет, с вами Кирилл, и вы на канале Кирилл Гейм, и сегодня мы играем в криминалочку на серии Amazing Crawley Play, первый сервер. Мы не Кирилл Путбулови, и сейчас я еду за подписчиком, он в тюрьме находится, и он хочет мне подарить 1 миллион рублей. Игровых, конечно же. Конечно, если бы не игровых, было бы еще лучше, ну да ладно. Ну вы поняли, короче. На самом деле, он не первый раз уже дарит мне миллион, потому что я тоже тогда снимал, но звук не записался. Но теперь, думаю, будет все хорошо. В принципе, едем к нему. Он в Алькатрасе. Я с ним списался. Попросил его забрать. И давайте... Вот здесь где-то он должен быть. Он вообще писал от Карина, но, блин, я у него переспросил. Вот говорю, на острове, типа. Он говорит, типа, да. Как он там оказался, не понимаю. Ну, ладно. Сейчас за ним приедем. Вот он, по идее, да? Да, вот он. Как он выбрался, я не понимаю. Еще такой крутой, такой встал. Молодец, молодец. Здорово, братка. Здорово. Так, вот, забрали, короче. Так, вот, держи. Так, YouTube, привет. Так, в чате дальнобой, как всегда, какая-то дичь, давайте. Кирилл, снимаешь? Да. Да, я снимаю, в принципе. Куда вас вести хоть? Так, куда вам? Я просто без понятия. Передай привет. Артур Хабибов, привет тебе. И Влад Чепкасов, тебе тоже большой привет. Так, поедем, ладно, сюда, потому что там может крашнуть. Передай привет. Давайте напишем передал. Передал. Все замечательно. Он мне дарил уже до этого миллион, но, повторюсь, я не записался звук. И в тот же день я этот миллион проебал в казино. Да, поэтому... Как-то так, но в этот раз я не буду идти в казино. Не-не-не, стоп it. Не хочу туда идти, короче. Это уже деньги будем отлаживать на конкурс. Все на конкурс, и будет все заебись. 500 тысяч. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. СТП. Аккуратненько. Наверное, он уже задолбался передавать по 10 тысяч. Потому что у меня випка, я могу по 50 передавать. А он по 10 только. Представляю, как он устал просто передавать деньги. Поэтому едем. Просто едем. Ой-ой-ой-ой-ой. Главное не разбиться. Тут на самом деле управление какое-то другое. Не как на родине. Стараюсь для вас почаще, видите, видосики снимать по мазингу. Стараюсь как могу. Так, аккуратненько заезжаем. Кстати, мне предложили пойти в РМ. Но я еще думаю. На самом деле. Напишите, что вы думаете по этому поводу. Как бы меня хотят... Ну, пригласили, короче, на этот... В РМ. И я не знаю, идти туда или нет. Потому что ДПС, ППС я пока не могу пойти, потому что у меня нет военного билета. Идти на ВЧ, блин, рискованно, потому что меня могут ливнуть в любой момент. Поэтому я не знаю, что делать. Напишите, идти мне в РМ или нет, как вы думаете. Я в РМ еще на самом деле не был. Мне будет интересно, что там и как. Я был в итальянской мафии, но русская мафия это уже, знаете, более наше такое, родное, чем итальянская мафия. Короче, большое спасибо Владу. Реально, от души просто лямчик еще. Ну, блин, больше я не буду в казе ходить. Я тут лям просрал. Поэтому не буду на тех же ошибках. Сейчас поедем, надо сфоткать его, на превьюшку поставить. Потому что, ну, что я поставлю на превью? Надо его поставить. Пацанчик, красавчик, бабла подкинул. Пригрел, так сказать. Погнали на ВЧ потом. Окей, без проблем. У меня оружие, блин, полные штаны, так сказать. Просто смотрите на этих чувачков. Блатные пацаны просто. Вот он. Вот он мажор, пацаны. Видите, как истинный мажор выглядит. Именно так. Видите его мажорное лицо. У него просто на глазах написано. Я при бабле. Ладно, не будем шутить. Короче, погнали. На ВЧ уже, думаю. Чтоб силика не сильно коротенькая была.
Да. Да. А то мне надо было на превьюшку сделать фотку. Кейс я убрал, потому что мешал он сфоткать просто. У меня все с собой. Снимаю. Снимаю, чувак. Да. Типа сервер работает. Какой? Какой сервер? Так, короче, вот мы приехали уже. Ого, свяжу его. Да все нормально, погнали. Там на вышке просто один вроде был. Поэтому надо было немного пробезопаситься. Погнали, короче, на ВЧ. Так, где там оно находится? Где тут вояки, вояка был где-то? Или мне показалось? А, не, показалось, походу. Либо он ушел уже. Либо он уже ушел просто. Так, забегаем на склад. По бурику, по бурику. Что, тут никого нету вроде? Но... где? Никого нету. Мне интересно так. Я вообще-то фул, блин. Чем мне делать? Ну давайте, ладно, дела сделаем. 300 патронов еще. Просто постоим. Так, для приличия. Так, 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 где-то вояка. Оп, оп. Оп, оп, оп. Ай, скотина. Блин, я хочу испытать клаву новую в стрельбе. Не могу понять, нормально стрелять или нет. Блин, он забежал. Сука. Надо, блин, с кем-то один-один. Потому что я не могу понять, нормально или нет. Хреново. Ну, блин, сейчас онлайн, блин, 240. Где все? Чё за хрень? Там кто-то есть или нет? Не, никого нету. Блин. Хреново. Блин, гребаный военный. Как он так убегает? Задолбал. Перебегает просто, блин. Никто в него попал. Вообще заебись. Опачки. Опачки. Так, развяжи его. Блин, я думал, мы его убьем. Ладно. Где все реально, блин? Онлайн 250. Должны будут военные быть по-любому. Либо они по городу катаются, я хуй знает. Блин, вояка забежал. Вот скотина. Забежал. С автоматом. Был. Короче, блин, на ВЧ 2 нам стало скучно, мы едем на ВЧ 1, потому что, ну, тут никого нету. Даже если есть, они тупо прячутся и все. Так неинтересно. Все, едем на ВЧ 1. Так, короче, Влада крашнула. Он сказал, больше не зайдет, написал мне ВК. Так. Иди сюда, дядя. Ты, сука, с вышки стреляешь. Иди сюда. Ах ты, ублюдок. Ах ты, паршивый ублюдок. Окей, давай поиграем в вашу игру. Блять, заебала игра сворачиваться просто. Тумри ты нахуй. Где та гнида? А, его связали. Да хер с ним. Погнали дальше. Бля, у меня хп вообще, конечно, дохуя, да. Но если я сейчас наркотики юзну, то... то будет ломка. Ну, выхода другого нету. Другого выхода нету. Так, погнали. Ну, блин, с этой клавой более как-то бодрее можно играть. Что ли. Так, иди сюда. Мой хороший. Есть. Молодец. Ой, я молодец. Ты сука.
сука ёбаная. Да умри ты, блядь. Чё он умирает? Ты, блядь, пидор. Иди ты в пизду, блядь. Нихера себе, блин. Ух, у меня хп, конечно, много. Фу, так, ничего страшного. Минус. Блин, Клава просто, смотрите, она реша, видите, она быстрая такая. Она реагирует очень быстро, блин. Никак не могу про нее видос снять, но... Поверьте на слово, потом все увидите. Почему все так? Почему у меня еще ломка не началась, я не понимаю. Так, давайте отдышимся немножко. Совсем. И продолжим, в принципе, наш пир. И будет все заебись. Так, онлайн 259. Мы только уехали, не сразу приехали. Вообще, четко. Блин, как назло, не топ-течек вообще. Вот это жестко. Пока наркототы это, блин, подействуют. Так, где они там? Блин, ну на склад заходить можно, в принципе. Так. Блядь, только не это. Только не это. Так, съебуй, съебуй. Пидор. Так, надо выстрелять. Перезарядка, перезарядка. Сука. Пидор, пидор. Сука, ебаный пидор. Давай, давай. Чуть-чуть еще. На, на. Давай, давай. Я в тебя верю, есть. Заебись вообще. Фу. Нормально. Держимся. Все, началась ломка. Заебись. Просто заебись. Прям вот с ломкой стрелять прям будет вообще сочно, да? Так, кто-то бежит. Я не вижу, кто это. Это Томми. Томми, Томми. Ну беги, Томми. А мне что делать, блядь? Так. Ебать, еще можно. А, нельзя, блин. Как там, блин, я забыл. Что-то хотел глянуть. А. Фо, хотел глянуть. А, есть кто-то из врачей, кто может лечить от нарко. Вообще, блин. Что я вообще не туда писал. Так, вот там вояка вроде зашел, да? Сейчас он там останется, там ОПГшник просто. Так, я вижу солдатика, иди сюда, мой хороший. Так, привет, мой сладкий. Пупсик, он ОФК стоит? Нихуя у него ОФК, или ВФК. Чё не умирает? Ты, Лёшка? О, умер. Нихера себе. Прикольно. Я бы не советовал кому-то в ОФК вставать на ВЧ. Это жестко. Так, вот еще один вояка. Давай, давай, давай. Ты сука. Ты пидор. Плюс С. Просто плюс С, пацаны. Просто плюс С. И все. Да. Молодец. Боюсь, да, это мы умеем, конечно. Без этого никак. Так. Где врачи? Алло. Так, лечи. Все, закасать. До свидания. До свидания. Ну, думаю, в принципе, это будем заканчивать. Ух, нихера себе. Всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Всем пока-пока. She was from the south side, I looked in the mirror. I said, man, I'm alright. Little did I know I'd be crying all night.